Я хочу сделать сегодня официальное заявление как городской руководитель партии «Солидарность» города Мариуполя. В связи с обращениями ко мне как к руководителю «Солидарности», патриотов, общественников, активных граждан, интеллигенции Мариуполя по поводу неоднозначных действий Юрия Ивановича Тернавского, хочу официально заявить, что на данный момент Юрий Иванович Тернавский не является членом партии блока Петра Порошенко «Солидарность» и не имеет никаких полномочий от данной партии. Юрий Иванович ведет деструктивную позицию с целью дискредитировать партию «Солидарность» и президента Украины. Хочу заявить свою позицию, что Украина не продается, партия «Солидарность» не торгует местами в городе. За мою принципиальную позицию в 2014 году, как представителя доверенной особы кандидата в президенты Украины Петра Алексеевича Порошенко, в Макеевке я был расстрелян боевиками ДНР, был ранен. Сейчас меня пытаются купить и за отказ пытаются убрать из Мариуполя. Слава Украине! Ко мне обращаются же люди, да нет, общественные деятели. Да, он им предлагает. То есть он встречается с людьми, ведет переговоры. Набирает уже команду. Набирает команду людей. Депутатов, то есть, да, представляется солидарностью, на что не имеет никакого права. Он имеет право, если уже есть офис, штаб. У нас есть, да, вот я поэтому и выступаю в брифинге. Потому что меня люди спрашивают, что происходит в городе. Вы продались Юрию Ивановичу Тернавскому? Я говорю, нет, я не имею никакого отношения к Юрию Ивановичу Тернавскому. И он не является ни членом партии на сегодняшний день, не имеет никаких полномочий и нашей командой мариупольской не рассматривается как кандидат в мэры. У нас есть кандидаты, несколько, которых мы предложим очень скоро. Это известные в городе волонтеры, это известные в городе патриоты Украины. Общественная организация «Будущее призыв». А вас, почему вы пришли? Вас возмущает этот факт? Ну, да? Конечно. То есть, но город должен разобраться и понимать. Юрий Иванович Тернавский однозначно будет идти баллотироваться в мэры. Мы это все прекрасно понимаем. Мы хотим вот знать для себя, от какой он будет идти партии. И когда узнаем еще, что он идет от той партии, которая сама ничего об этом не знает, ну, это как бы нонсенс какой-то. Мы как бы тоже сейчас занимаемся поиском достойных кандидатов и в партию, которые будут представлять в городском совете кандидатов в депутаты. И он, получается, дублирует, ну, одно и то же делается в двух штабах. На каком основании это сейчас происходит, нам непонятно. Журналисты общественного телевидения Донбасса связались с помощником Юрия Тернавского Одарченко Сергеем Витальевичем. Он заявил, что Юрий Тернавский никакого отношения к городской организации «Солидарность» блока Петра Порошенко не имеет и не является членом названной партии, а о событиях, описанных Нестеровым, ему неизвестно.